Всем привет, гостям и подписчикам моего канала. Я рад приветствовать вас на своем канале. Не будь гостем, подписывайся, становись другом. Сегодня мы будем подрезать крылья индоуткам или мускусным уткам. Сегодня им 3 месяца, у них уже крылья большие. И когда я их начал выгуливать на улице, начал выпускать, они уже пытаются взлететь, поэтому им нужно подрезать крылья, чтобы они не улетели на всякий случай. Я покажу, как правильно это делать и каким способом лучше. Сейчас я поймаю утку и покажу. Значит, поймали утку. Вот одно крыло. Подрезаем только одно крыло. Сейчас мы будем подрезать. Вот, видите, по порядку идут. Одно пропускаем, одно подрезаем. Одно пропускаем, другое подрезаем. Это чтобы было красивее. И когда, например, уточка сядет на яйца, ей было легче прикрывать яйца. Поэтому режем через одно. Сейчас режу. Как вы можете видеть, я порезал крылья, точнее, вот эти пух. Вот, через одно. Сейчас она не сможет никуда улететь. Точно так же делаем. Точно так же подрежем сейчас крылья этой утки. Режем вот. Есть же тут вот такие небольшие перья. Вот по их длине режем. Сейчас друг. Вот примерно вот так нужно подрезать перья уткам. Я вам не навязываю. Я говорю, что это мое мнение. Я делаю так. Режем через одну. Если эту уточку нужно убирать, то можно полностью, не через одну. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, всех до новых встреч.